Народ, всем привет! Это видеообзор для нашего интернет-магазина Шибарган.ру. Шибарган, Шибарган.ру, Шибарган. Все знаете, он есть. А то нам задают вопрос, где? Мы не знаем, что вы настоящие. Вот, мы настоящие, живые. Значит, смотрите, это видеообзор. Банный комплекс. Полевой мобильный банный комплекс. Что в него входит? Во-первых, поставляется вот в этом ящике. Смотрите, 99, 44, 76 сантиметра. Вес 65 килограмм. Ящик очень удобный. Вот с такими двумя ручками. Два человека берут и понесли. Он фанерный. И у него армирование металлом. Вот такой профиль металлический. Внутри везде проложен. Поэтому на него можно даже встать. РС-281. Что это значит? Р – это Роснар. Это компания Мобиба. Второй их бренд. Значит, С – это стальной каркас. И 281. 2,8 на 2,8 палатка. Индекс 1 – это однослойная. Значит, предназначен для чего? Для того, чтобы можно было быстро помыться как можно большему количеству людей. 6-8 человек залезет. 1,70 высотой, 2,8 на 2,8, 50 литров бак горячей воды, который закипает активным кипением быстрее, чем 30 минут. 30 минут точно у вас 50 литров кипятка. Сейчас мы вам все покажем, как это выглядит вживую. Сейчас стоит отметить, что помыться в полевых условиях. Ну, полевых, полевой мобильный банный комплекс. Вот такая штука. У нас два замка. Открывается полностью. Очень удобно. Здесь инструкция по использованию печи с баком. А вот здесь вот так все выглядит. Здесь, смотрите, у нас каркас, палатка. И здесь печь. Это медиана 7 в СВО исполнении. И, соответственно, бак на 50 литров. Сейчас мы вам все установим и покажем, как выглядит. Итак, собрали. Значит, все просто. Очень удобная конструкция в плане быстроты сборки. Почему? Потому что тент на крючках. Бас-бас-бас, на крючки все поставил, готово. Распашная фирменная мобибовская дверь, запатентованная. И вот так это выглядит палаточка. Такая невысокого роста, но зато смотрите, какая она объемная. Вот так вот на лавку сел, и вот у вас куча народу здесь поместится. Там печка, здесь вот так вот один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Если прям вот плотничком. И там седьмой. Вот, значит, как устроена сама система. Значит, водогрейная система. Ее отличие в том, что здесь печь активного горения, медиана 7 СВО. Исполнение такое специальное, упрощенной конструкции. И эта печь, как мы знаем, активного горения мощная, дает много жара. А здесь самое что интересное, бак. Бак у нас на 50 литров. Вот такая крышечка у него имеется. Одна крышка, вторая. Вот. Очень интересная конструкция, покажи. Конструкция трубы. Ну, труба вот здесь вот. Заходит здесь, проходит так по низу и выходит здесь. Вот, соответственно, этим огнем, который вот в этой части трубы в баке проходит, она и воду и согревает. 30 минут, 50 литров кипятка. Значит, при использовании учитывайте инструкцию. Учитывайте то, что, когда будете использовать, сначала наливайте немного воды, чтобы дымоход весь прогрелся, чтобы тяга была максимальная. Вот. А потом, когда тяга пошла, печь вышла на свой уровень, слышно будет, она гудит. И заливаем полностью воды и ждем, пока закипит не более 30 минут. Здесь маленькое отверстие, чтобы зачерпнуть воды. И большое отверстие, чтобы удобно было налить и чтобы можно было зачерпнуть прямо ведром. Вот такой мобильный комплекс. Полевой для мытья. Мы видим здесь, что это исполнение СВО, то есть выполнен ряд упрощений. Здесь нету у нас клапана, который закрывает. Здесь у нас металлический анодированный каркас, а не алюминиевый. И ряд тоже других фишечек используется. Упрощенная ручка. Это все сделано для того, чтобы попросить конструкцию, чтобы этот комплекс был доступнее большему числу потребителей, чтобы могли себе его все позволить. Кто заинтересовался, проходите по ссылке под этим видео, будет на наш канал где этот товар представлен.